Если вы думаете, что мы должны вас любить за ваш хуй, который способен, ну, максимум 15 минут, в самом лучшем случае 15 минут способен наш среднестатистический мужчина какие-то делать телодвижения, вы ошибаетесь. Потому что куча молодых мальчиков, 25-летних, на Тиндере, которые хотят взрослых женщин удовлетворить. Потом куча игрушек в секс-шопе, куча интересного досуга, фильмов, театров, интернет, тот же ТикТок. Мужик, зачем? Мужик, зачем? Если у тебя нет дачи, ты не дачница, то мужик тебе нахуй не нужен, понимаешь, на длительные отношения. Если ты дачница, то мужик тебе нужен, потому что там куча работы. Только в этом случае. Только дачнице нужен мужчина. А так зачем?